Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Ему было 52 года. Последнюю неделю он провел в больнице. Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне. Шлезингер является обладателем 3 премий Эмми, а также получил Грэмми в номинации «Лучший новый артист». В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!